Здравствуйте, приветствуем вас на канале Креселбург. Сегодня у нас на обзоре коляска прогулочная от компании Carella, модель Браво. Кстати, обновленная версия 2021 года. Что у нее добавили по отношению к предыдущей модели? Во-первых, сделали регулируемую ручку. Три положения регулировки. Очень удобно, если мама пониже, папа наоборот повыше. Также улучшили амортизацию. То есть раньше амортизация была закрыта, и пружины были достаточно маленькие. Теперь пружины высокие. То есть ход амортизации увеличился. Также улучшили амортизацию на передних колесах, то есть поставили дополнительные пружины. Можете обратить внимание. При нагрузке амортизирует коляска очень хорошо как задние колеса, так и, соответственно, ход есть у передних колес. В остальном комплектация такая же, то есть москитная сетка и, соответственно, теплая накидка на ножки. Большой капюшон. У капюшона есть дополнительная секция, которую можно расстегнуть. И он увеличивается практически до бампера. Сам козырек можно подогнуть, то есть, чтобы ребенку был, соответственно, обзор. Раз, вовнутрь подгибается. Светоотражающие вставки. То есть вставка идет на подножке. И есть также вставочка на капюшоне. То есть, чтобы ночью коляска выделялась. Спинка механическая. В трех положениях регулируется. Кстати, сама по себе спинка очень жесткая. То есть прогибаться она не будет под весом. Регулируемая подножка. Сама подножка также выполнена из эко-кожи. Моется, чистится все легко. Опять же, даже продуман фиксатор между ног. То есть, чтобы ребенок не выпал, у многих колясок фиксация идет только ремешками. Здесь есть дополнительный фиксатор. Его можно отстегнуть. Для посадки и высадки бампер снимается с любой стороны. Сзади кресла, извиняюсь, коляски, есть вентиляция. То есть, если мы ее отстегиваем, подкасываем, появляется вот такая сетка. В самой крышке также сделан дополнительный карман. То есть какую-то мелочь можно туда без проблем сложить. Соответственно, также присутствует смотровое окно. Внутри идет с сеткой, чтобы ребенку солнце не светило. То есть если оно открыто. Оно идет не на липучке, а именно на, скажем так, магнитике. То есть раз, все бесшумно открывается, закрывается. В комплектации идет подстаканник. Он расширяется, то есть удобно. Под размер стакана, под любой, в принципе, подойдет. Также есть дополнительные чехлы на ручках, выполненные из эко-кожи, которые можно, в принципе, снять. То есть заменить, там, постирать, либо почистить. Фиксация передних колес стандартная. То есть ставим в исходное положение, поднимаем регулятор кверху, все. Колеса зафиксированы, то есть как с левой, так и с правой стороны. Для чего это нужно, если едете где-то, допустим, по грязи, по слякоти, по снегу, чтобы колеса не болтались, то есть чтобы коляску не трясло, чтобы она ехала ровно. Зафиксировали и все. То есть проходимость, соответственно, увеличивается. Система складывания осталась прежней, то есть чтобы ее сложить, нажимаем фиксатор в бок, нажимаем основную кнопку, то есть раз, два, закидываем ее вниз и перехватываемся вот здесь за специальную ручку. Раз. Стопорим. Все. Ручка подвижная, то есть, чтобы руку не заламывало, удобно переносить. Также, если фиксируем колеса, в принципе, можем ее где-то перекатить. Чтобы расфиксировать коляску, убираем стопор, тянем за ручку кверху, и коляска, соответственно, разложена. Также продумано, если положение лежачее, то есть, чтобы был доступ к корзине, сделали специальный замок. Раз. Без проблем что-то можно положить как сзади коляски, так и, соответственно, в принципе, сбоку есть доступ. Одна педаль тормоза. Нажали, колеса зафиксировались. Кверху расфиксировали. И, кстати, сами колеса, они идут с дополнительными подшипниками. То есть, вот можете обратить внимание, что втулка подвижная, колеса бесшумные.
подшипники, они взаимозаменяемы. Тоже огромный плюс коляски. Весь материал можно снять, постирать. Полностью снимается, кстати, на бампере также съемный чехол. Когда вы его снимаете, он идет такой неопреновый, приятный для рук. В общем, коляска считается одной из самых идеальных. Здесь реально есть абсолютно все. Все, что нужно для комфорта ребенка, а также для комфорта родителей. Цена достаточно приятная. Город Красноярск, магазины Креселбург. Бесплатная доставка по городу. По всей России отправляем любой для вас удобной транспортной компании. Действует безопасная система платежа от Сбербанка.